Согласно нашей традиции, на базе нашего училища, Дальневосточного высшего военного командного училища, проводятся тренировки. Не менее чем за месяц мы приступаем к проведению тренировки, подготовки к проведению таких торжественных мероприятий, как парад. В этом параде будут непосредственно задействованы не только училища, но и другие подразделения, воинские части и учреждения, которые имеются у нас в Благовещенском гарнизоне.